Всем огромнейший привет! С вами снова Айз, и мы продолжаем прохождение Final Fantasy VI. Вроде как. Но это не точно. То, что мы продолжаем именно шестую часть проходить, потому что я уже не уверен, какую часть мы проходим, честно говоря. Так, давайте украдем что-нибудь. Чё мы в конце концов-то, а? Будем тут. Чё мы будем стесняться, ребята? Чё стесняться, да? Надо красть у капустных кроликов. Зелья. А зелья разные, зелья прекрасные. Так, вообще, честно говоря, не очень понимаю, куда нам идти, если так вот по чесноку. Не, я понимаю, куда, не очень понимаю, зачем мы конкретно туда пошли сейчас с таким отрядом, ну ладно. Жалею я о том, что я, конечно, продал автоарбалет, потому что это была единственная наша масса тут, как я понимаю. Магии массы я бить не могу. Ну, по крайней мере, пока. То, что у меня есть. А заходим мы в Фигаро. Возвращаемся мы в Фигаро. Король Эдгар, добро пожаловать домой! Всегда, всегда рад домой. Сабин должен еще раз вернуться сюда вместе со мной. То есть надо было Сабина, что ли, сюда брать? Блин. Видели бы вы физиономию Кевки, когда замок зал погружаться в песок. Хе-хе-хе. Так этому гаду и надо. Добро пожаловать домой, король Эдгар. Прошу вас, не спешите и постарайтесь расслабиться в стенах замка. Да я всегда готов расслабиться в стенах замка. Правда, не понимаю, что для этого нужно. Мы разорвали соглашение об альянсе с Империей. Блин, давно пора. Я не смею брать плату с короля. У тебя есть семья, правда? Лучше помолчи и возьми деньги. Блин, ну правильно все говорил. Типа, какая нахрен плата с короля? Эх, Вася. Вот на авторбалет, биобластер, кстати. Давай биобластер или вспышку? Давай биобластер возьмем. Для Эдгара как раз. Ой, надо бегать. Нам нужно бегать. Не очень понимаю, что нам нужно сделать на самом деле. Тут возможно просто поспать. Да. С этими милыми барышнями, которые за нами будут ухаживать. На самом деле, отправьте в западные земли в замке Фигаро. В западные земли замка Фигаро. Ой, король Эдгар, я немножко не то сказал. Но он то же самое говорит, что уже были. Западные земли замка Фигаро. Эдгар просто невыносим. Сначала няни докучал, а теперь и мне парень волочится за всем, что шевелится. Король Эдгар, так долго по-вашему должна ждать предложение руки и сердца. Ой-ой-ой-ой-ой. А Гештальтская империя уже удалось захватить все три государства, расположенных на континенте Южного... То есть на Южном... на Южном континенте. Когда они доберутся сюда, лишь вопрос времени. Я тоже так думаю. Отправляйте в западные земли, в замке Фигаро. Вот что я не понимаю, то я не понимаю. Честно скажу. Скажу по чесноку. Видимо, я очень тупой. Может, мне нужно было просто погрузить, типа, замок? Ну, как-то его погрузить и вместе с этим замком под землю как-то отправиться в западные земли? Я, честно говоря, сомневаюсь очень сильно в этом. Ну да, в замке Фигаро, все правильно.
То есть нужно именно погрузить замок, соответственно, под воду. Вот, под воду, под песок. В песок. Ну-ка, биобластер посмотрим. Ну, нормально, учитывая то, что он еще и травит, сойдет. Как мне его, блин, в песок-то погрузить? Вот еще вопрос только. Вопрос на засыпку, да? А, подвал же, точно. В этом месяце много заявок. Я смогу переправить вас в пустыню, что за горами, если желаете отправиться. А, конечно, конечно, конечно. Ух. Я совсем забыл про этот подвал, в который нас не пускали, помните? Вот совсем забыл. Подземное перемещение в замке. Это, конечно, круто. Ну, согласитесь. Причем с такой скоростью, такой, с крейсерской явно. Потрясающе. Добро пожаловать в Келлинген. Желаем приятного провести время. Терра может оставить след в Келлинге или в Дидзоре Купен. Да, это я знаю. Давайте сохранимся. Туплю, как всегда, немножко. Ну, не то, что туплю, но... Подождите, вот он, Келлинген, правильно ж? Да, это Келлинген. Странное сияющее существо пролетело здесь. Я до смерти перепугался. Оно направилось на юг в сторону Дзидора. На юг в сторону Дзидора. Это как раз, видимо, она и была. Я видела красивый огонек. Ага, он прилетел сюда. И все остальные жутко испугались его. Но мне он понравился. Неужели это действительно был монстр? Он остановился прямо перед моей дочуркой. Я увидела, что глаза у него добрые. О, Лук, ты ли это? Ты уже навещал дом Рэйчел? Так, Лук вот тут знает. Гостиная. На вашем месте я не стал бы говорить с тем парнем. Он наемный убийца. Он, блин, дружаня. Вот мы снова встретились. Да. Я бы мог вам подсобить. Возьму немного, чтобы только собаку покормить. Скажем, 3000 гил. У меня столько денег нет, братан, прости. У нас тут бывают довольно неприятные типы. И вот тот парень наемный убийца. Да ладно, нормально он. 200 гиль, ну это много. У нас столько, у нас вообще сейчас денег нет. Нам вообще нужно фармить, по идее, деньги. Как ни странно. Мой младший братец слегка эксцентричен. Живет к северу отсюда. Говорит, что собирается построить колизей или какую-то ерунду в этом духе. О, Лок, ты ли это? Ты уже навещал дом, Рэйчел? Это... Чудище, уж не знаю, что это было, но оно разрушило мой дом. Какой-то монстр сверкающий. Дом действительно разрушен. Моя мечта сходить на оперу в оперный театр, что к югу от Зидора, с приятным кавалером, само собой. Я прихорошусь, надену платье, расшитое блесками. Красавица. Девушка по имени Рэйчел жила вот в том доме, теперь там никто не живет. Ах ты, блин. Обидно, досадно. Воздушный нож, свиток пламени, свиток молнии, ага. Бросок, щурикен. Булава на цепи. Булава на цепи 2000 стоит. Подождите, а может мы что-то можем реально продать, то, что нам не очень нужно? Безные доспехи, манукинко. Банданы, наверное, нам не нужны. Наверное, чисто теоретически. Мифриловые щиты. Правильно ведь? Это хлопковое, наверное, одеяние тоже. Вот непонятно, железные щиты, которые на нас экипированы, они тут сюда входят или не входят? Мифриловый щит. Какого фига у тебя мифриловый щит, если можно тяжелый поставить? А! Тяжелый щит, наоборот, хуже мифрилового. Йоу! Я красавчик. Да. Я продал не те щиты, которые надо было продать.
Ну, как говорится, как всегда. Молодец. Нам нужно было продать именно тяжелые щиты. Ну ладно. Уже, как бы говорится, ладно. Так, булава на цепи. Давайте, не знаю, насколько она будет сильнее. Давайте пока не покупать. Крыловый щит. Железный шлем, железный шелковый доспех, крученая повязка. Только одному, да? Давайте булаву купим. Окей. Ого! Это очень классно. Это прям очень классная прибавка, ну сами согласитесь. Это прям дико классная прибавка. Вот туда бы, да, вот за эти сундучки бы зайти бы и забрать бы, что в этих сундучках лежит. Так, Рэйчел, говорите, жила в этом доме. Сейчас Лок, возможно, нам немножко расскажет про нее. Я не смог ее защитить. Лок, зачем мы сегодня охотимся? Совсем скоро твой. Где-то внутри этой горы должно быть спрятано потрясающее сокровище. И мы его обязательно найдем. Лок, осторожно! Да ладно. Рэйчел! Это совсем печаль, но... Вроде она выжила или нет? Рэйчел, ты очнулась! Ну да, вроде жива. Я ничего не помню. Убирайся из моего дома. Это из-за тебя Рэйчел потеряла память. Постойте, позвольте мне просто поговорить с ней. Прошу вас, уходите. Я не знаю, кто вы, но ваши визиты огорчают моих родителей. Да ну, это какой-то бред. Он же спас ее, в конце концов. Он мог оставить ее на дне пещеры, блин. Рэйчел будет лучше, если ты перестанешь попадаться ей на глаза, Лок. Теперь ей придется начинать все сначала, пока ты здесь, она не сможет сделать этого. Тоже бред. Она же жива, здорова. Но потеряла память, бывает. Просто развели Лока, не знаю, как дитя бедного. Обидно за Лока-то. Прошел год, когда я наконец вернулся, я узнал, что в ходе очередной атаки Империи Рэйчел была убита. Ах ты, ё-моё. Память вернулась к ней незадолго до этого, как она умерла. Последним ее словом было мое имя. Я не должен был оставлять ее никогда. Я подвел ее. Конечно, ты не должен был ее оставлять, Вася. Какого хрена ты убежал? Послушал каких-то доброжелателей, блин, тупых. Нельзя было оставлять ее. Нельзя, эликсир, супер. Нельзя было Рэйчел оставлять. Если ты хотя бы ее не защитил бы, ты вместе с ней умер бы. Защищай ее. Защищай самое дорогое, что у тебя было. А так. А зеленый берет. Ну, я не думаю, что зеленый берет будет кому-то прям... Хотя, уклонение магической защиты. Давайте Локу мы его дадим. Это странный дом, в который я не могу войти, да? Получается, по-другому. Или могу? Нет, не могу. С этой стороны точно не могу. Если только вот отсюда. Отсюда могу. Странный действительно дом. О, Лок, давненько не видели. 100 лет прошло. А это не беспокойся, не беспокойся, сокровище твоей безопасности. То есть, это Рэйчел? То есть?
Как же удачно тогда вышло, что я успел приготовить травяной концентрат. Теперь она не состарится ни на день. А это ну я за мумию что ли превратил? Хе-хе-хе, пришлось пустить дело свои травушки, да уж, раз можно было отказать. Ведь ты так умолял. Ну это уж какое-то извращение. Рэйчел? Ты уверен, что все это сработает? Конечно, конечно. Любовь в твоей жизни будет почивать так вечно. До скончания веков. Если только, если был способ призвать обратно ее душу. Способ призвать ее обратно? Ты имеешь в виду то легендарное сокровище. А он ее типа до времени так держит. О да, полагаю, будь она в твоих руках, ты смог бы вернуть ее обратно. Поэтому он сокровище ищет. Я понял. Эти все становятся на свои места. Я подвел ее. Ну, надо к чему? Лок. А надо к чему тут? О, Лок, давненько не виделись. 100 лет прошло, не беспокойся. Сокровище твое в целости и сохранности. А нам нужно идти дальше, по идее. В Дзидор нам нужно идти, получается. А мы пойдем на север. Так, тихо. Атака. Бластер. Атака. Это птицы достаточно жесткие, и волки какие-то жесткие, видите? Ну да. Тут можно, кстати, подфармить будет денег нормально. Да, по 800 гильд дают. Я думаю, что нам немножко пофармим тут. И денег, и опыта. Хорош. Ослепление. Оба! У нас уклонение. Ну, биобластер на самом деле хуже арбалет получается. Хотя вроде он как травить должен был бы. По идее. Этот Зидор? Так, засейвимся. Мало боев вот когда не нужны. Нет, это не Зидор, похоже, дело. А что это тогда? Кольцо, кольцо героя. Нельзя допустить, чтобы планета стала слишком мирной, разве это не очевидно? Только на войне люди по-настоящему себя проявляют. Мой Колизей станет памятником боевой славы. Если мне удастся его закончить, естественно, никто не помогать не хочет мне в этом деле. Колизей. Памятник боевой славы. Нет, это не Дзидор получается, а где тогда Дзидор? А, наверное, просто выше чуть-чуть он был. Или правее. Это уже опасно, потому что они с двух сторон нападают, хотя с другой стороны... Мы же тоже в спину долбим получается, да? Кстати, одели Локу зеленый берет с уклонением, и он стал уклоняться. Это так очень-очень даже неплохо. Круто. Перо Феникса. Супер. Перо Феникса — это то, что нам надо. Так, это у нас Келлинген. Подождите, это Келлинген. А вот это что? Это наш дом. На севере Дзидор. Или не на севере, вот в чем вопрос. Может быть, я неправильно запомнил то, что нам говорили, где он находится. Я не вижу отраву как таковую. Может быть, я и не прав. Север-то у нас не получается, наверх нужно идти, а мы сейчас идем на юг, естественно. Так, минус. Минус одна птица. Шамшир. Ё-моё, что-то страшное, да, 150. Это будет действительно что-то страшное.
Но гиль нам дают просто огромное количество тут. Подхилимся. Хочу проверить, что это у нас вот тут. Хотя, наверное, туда не зайду из-за гор, да? Да, походу я неправильным путем иду, ребята. Оба, а у них даже яд их лечит, получается. Офигеть. Их яд, получается, лечит. Интересные зомбари, железные кулаки. Отлично. Наши бойцы все чаще и чаще блокируют атаки врага. Может быть, все-таки на востоке находится этот городичко? Ну, бои жесткие пошли уже. Да, коленом. Железного кулака добить, наверное. Потом как-то так делать. На самом деле нужно орудие на все случаи жизни накупить было бы. Но в том плане, чтобы мог Эдгар любыми своими атаками воевать. Поэтому нельзя оставлять что-то одно. Это не совсем правильно. И мои эти вот экономии средств, они ничему хорошему не приводят. Лучше было бы закупиться всем сразу. Но опять же, это было бы правильно. Достаточно жесткие враги. Но за них и опыта с деньгами дают тоже достаточно много. Что нам, в принципе, и нужно с вами. Лок на уровень получил. Отлично. Ой. Это может быть неприятно. 1000, но это в спину. И походу критом. Походу критом. Но это все равно охренительно круто. Согласитесь. Зайдем-ка мы в замок, и там должны быть торговцы вроде, нет? Сабин. Да я понял, что Сабин должен был сюда еще вернуться. Надо было взять его с собой, я понимаю. Я не прав, да, отдохнуть. Естественно, я зашел для того, чтобы отдохнуть в замке, но и для того, чтобы купить эти недостающие предметы. Мы их купим, выйдем из замка, сохранимся и будем на этом заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Наверное. А уже следующий, соответственно, будем Дзидора искать более тщательно. Более тщательно. Так, где у нас торговцы? А, тут не торговцы. Прошу прощения. Вечно забываю, где кто находится. Вот же они. Это у нас зелье, если не ошибаюсь. Или наоборот. Вот, надо автоарбалет взять. Сверло. Да почему бы и нет, сверло тоже возьмем. И вспышку возьмем, и шумовой бластер возьмем. Возьмем все. Возьмем все бластеры. Я думаю, что сверло очень крутая вещь. Мы сейчас специально выйдем из города, один бой проведем ради интереса. Мне прям хочется этот бой провести, чтобы посмотреть, как это сверло работает. Ну давай, давай, давай. Сверло, сверли. Давай, давай, давай. Так, атака. Атака. Орудие. Сверло. Ну-ка. Блин, шамшир, конечно, больно бьет. 500. Круто. По одной цели, но 500. Это очень хорошо. На юг. А, на юг в сторону Дзидора. На юг, Вася я. На юг в сторону Дзидора. Ну тогда другое дело. Тогда мы пойдем на юг. Спасибо огромнейшее всем, кто смотрел. С вами был Лай. Ждите новых серий. Всем пока.